Инициативные мамы Бреста, лидеры проекта «Активное родительство» и пространство КХ, организаторы прошедшего осенью Kids Fest, и это только малая часть тех, кто решил, что помощь тяжелобольным детям должна быть в приоритете. Так организовалась первая в Бресте благотворительная ярмарка «Гараж Сейл». Суть такой распродажи в том, что любой желающий предварительно мог пожертвовать от себя какую-то вещь, игрушку, книгу, сувенир. Собранные предметы были реализованы в рамках распродажи, а вырученные средства пошли в добрую копилку помощи Матвею. Сама основная суть всего мероприятия состоит в том, что, во-первых, это экологично, во-вторых, это как бы и первично благотворительно, вот, и в-третьих, чтобы каждый человек нашел, может быть, с тем вещам, которые у него не используются, нужное русло, правильное русло, потому что очень много вещей как бы на чердаках, дома, это все стоит, собирается, очень много из детей выросли, особенно, вот, например, все эти детские платьишки, штанишки, из них вырастают за месяц, они в идеальнейшем состоянии лежат, пылятся дома. Тут мы пытаемся найти всем применение вещам. Матвей Брестский – маленький мальчик, проживающий в нашем регионе. К сожалению, малыш практически не слышит звуки этого мира. Помочь ему быть таким, как сверстники, может дорогостоящая операция, на которую сегодня ведется сбор. Люди активно откликнулись на участие, понимая, что даже небольшая помощь в этом случае может быть важной. Каждый репост в интернете – это уже большая помощь. Кто-то считает, что вот там что-то мой 1 рубль, что-то моих 2 рубля, но знаете, что из каждого рубля, из каждого 2 рублей можно собрать такую сумму очень большую. Потому что собирались намного больше суммы, сборы закрывались, а это не такая большая сумма, чтобы собрать. Вот, и все шансы есть. И нам нужно в течение ближайших 2 месяцев собрать необходимые вот 17 тысяч евро на данный момент осталось, чтобы поскорее ребенку сделали операцию. Данную операцию можно сделать только до 3 лет. Параллельно с распродажей в пространстве проходила выставка, подготовленная воспитанниками студии «Фантазеры» специально ко дню распродажи. С рисунков на гостей ярмарки смотрели маленькие ангелы, словно напоминая о благом и важном деле помощи. Всего в рамках распродажи удалось собрать порядка 1500 рублей. Все они были направлены на благотворительный счет Матвея Брестского. А нереализованные вещи организаторы передали благотворительному дому «Благодать». Возможно, там они обретут своих новых хозяев, столкнувшихся с непростой жизненной ситуацией.